Киеве поддержали скандальные высказывания главы польского МИДа об освобождении Освенцима украинцами. Замглавы администрации президента Украины Валерий Чалый почти слово в слово повторил заявление Гжегоша Схетины. То, что формулировки министра из Варшавы вызвали волну возмущения, даже у него на родине, Чалова не смутило. Он пошел дальше и приписал этническим украинцам ведущую роль в освобождении всей Европы. Ви знаєте, що українці брали і грали величезно, відіграли роль в звільненні від фашистів Освенцима. Український фронт і найбільше українців саме звільняли не тільки цей концтабір, але й інші, і взагалі Європу. Тому дуже символічно, і президент давно сприйняв це запрошення президента. Стоит отметить, что Чалый, как и Схетина, посещал исторический факультет и получил диплом, так что вряд ли может не знать, что Украинский фронт был назван не по национальному, а по географическому признаку. Так что заявление больше похоже на целенаправленное переложение общеизвестных фактов в политических целях.